Бесплатный хлеб каждому нуждающемуся. Ежедневно в этом магазине раздают более 20 буханок. Свежий хлеб подается на прилавке еще горячим. Его выпекают в собственной пекарне. Уже к обеду горожане разбирают весь бесплатный хлеб. Кто нуждается действительно, у кого не хватает средств, приходят. Пенсионеры много приходят. Тоже даем, кто просит. Документы никакие мы не требуем, никаких не надо, ничего. Многие нуждаются, многие. И жалуются и на пенсию люди, многие. Да, действительно, нужны, хотят, вот, хоть как-то помогают. Взять хлеб может любой желающий, но не более 2 буханок в одни руки. Кто-то берет продукт номер 1 ежедневно, с большим удовольствием. Другие готовы платить за булку формового 40 тенге, не считая себя малоимущими. Я впервые беру хлеб бесплатно, потому что сейчас много пенсионеров, которые нуждаются, у которых пенсия маленькая. И у нас очень много многодетных семей, поэтому я думаю, что это очень хорошая акция. По словам продавцов, хлеб даром берут действительно нуждающиеся в этом продукте горожане. Взять бесплатный хлеб можно ежедневно в магазине «Мадина» в 11-м микрорайоне. Ксения Пыльница, Дельшат Адашев, Константин Исупов, информационная служба телекомпании «Утрар».